Всем привет, дорогие друзья, с вами Марс. Сегодня мы играем The Wolf Among Us. Дословный перевод «Волк среди нас». Как бы вам поточнее сказать, об этой вселенной я знаю только то, что есть какой-то город. Это средний город для нас, американский город, в котором живут персонажи сказок, различных мифов, легенд. Основными являются, допустим, вот волк из красной шапочки, сама шапочка, там Белоснежка, черт, там много, красавица и чудовище, там какие-то горгульи, там гномы, жабы, мать их так. Проще говоря, делали эту игрушку Telltale Games, то есть от создателей из Walking Dead. А эти ребята умеют делать крутые игры, поэтому поехали. Сейчас доступен первый эпизод. Он уже переведен, скоро будет доступен и второй. Хотя он уже, по-моему, доступен, он просто еще не переведен.